M-Connect, дамы и господа, мы на канале Кик и с вами, как всегда, Каспер. Сегодня поговорим про... Я хочу залить на Boosty очередной Windows 11 в облако от Smoky. Я давно пользуюсь этими сборками, я уже говорил, что они мне очень нравятся. И вот тут вышла свеженькая сборочка, я протестировал. Вышла Windows 11, Smoky сделал сборку Windows 11 23H2. Там даже есть Kpilot, все это, но у нас он недоступен, в России не работает, но это все есть. Но это я все убрал. И вот я выложил на Boosty в облако эту сборочку. Протестил, все тесты прошла, все отлично, все работает. Синих экранов смерти не было. И повторюсь, чем мне нравятся сборки от Smoky, то, что у него ничего не вырезано, ничего не отключено, это вы можете все сами отключить. У него есть такие функции, что можно отключить тот же защитник Windows и ненужное барахло. А так ничего не вырезано, ничего не удалено, все есть, тот же защитник Windows и обновление включено. Если вам это не нужно, вы можете это все сами отключить. Сборку, как я сказал, протестил, постараюсь, чтобы уложиться, чтобы это видео было максимально коротким. Сборку я протестил, все есть, также стоит офис. В комплекте можно поставить офис 2019 года и поставить галочку, активация нужна вам или не нужна. Можно не ставить. И там Windows домашняя, Windows профессиональная, Enterprise, это 23H2, а про LTCK-версия, LTCB, я не помню, какие там стоят, там, по-моему, 22H2. Но вот это свежая 11-я вышла, 23H2, с обновлением 7 декабря 2023 года, она самая свежая, все есть. Сейчас я вам покажу, что все хорошо работает. Вот смотрите, давайте зайдем. Пуск, как я и сказал, что можно включать защитник Windows у него. Можно все настраивать. При установке он устанавливается быстро. Вот вы можете отключить защитник, включить его полностью, да, чтобы он вам не мешал. Но я защитник отключил вообще и вырезал его. Я им не пользуюсь, я его вырезаю. Так, давайте вот посмотрим параметры. И копало здесь все это будет, но это я все убрал. Все я убрал, все отключил. Сборка хорошая. Я говорю, что сборки от Smoky мне очень нравятся. Я им пользуюсь на протяжении 10, если не 15 лет. Когда вышли, никогда не подводили, всегда на протяжении всего времени я с ними пользуюсь, они себя хорошо показывают, как и в играх, так и для повседневных задач, все хорошо, все работает. Вот давайте глянем, смотрите. Центр обновления тоже все обновляется, если вам нужно обновление, у меня какое-то обновление пролетело, я еще не обновлял. Предварительный просмотр накопительного обновления, но это я потом обновлю, все хорошо работает, все обновляется. Можете также отключить обновление, если они вам не нужны. И можете обновлять, все будет обновляться. Давайте глянем система, о системе. Вот у нас получается версия 23H2 и сборка 226.31.3207. Вот, можем здесь проверить, еще посмотреть. Сейчас пишем Windows Wear, версия Windows. Вот, можем увидеть здесь 22. Но это, скорее всего, уже версия, то, что у меня показывает 22.631.307. Это потому, что уже прилетали обновления из-за этого. А так, там, по-моему, должна быть версия 22.631 и 27.15 вроде бы. Потому что я уже обновлялся несколько раз из-за этого. На протяжении месяца все хорошо работает. Прежде чем, как обычно, кому-то что-то заливать и говорить, я протестировал месяц сборку, все отлично. Играю в игры, стримленные на этой винде. Все хорошо, все отлично работает. Претензий к сборке нету. Залью на Boosty по второму тиру за 250 или сколько там, 60 рублей у меня подписка стоит, можно будет скачать и установить. Сборки от Smoky они скачиваются, устанавливаются только из-под BIOS. Там можно будет, смотрите, либо зайти вот здесь, записать на флешку, есть утилита. Также я записываю через Rufus, я скину Rufus еще в папку в облако, новую свежую версию Rufus, там 4 какая-то, неважно. Сможете записать, и если вы записываете для новых компьютеров с UEFI, то выбираете схему раздела GPT. Если записываете под старые системы, то выбираете разделы MBR. Все просто, все там и там, все отлично устанавливается, везде все проверено. Также, чем отличается, есть такой Eagle, да, сборщик, и он косит под Smoky. Под Smoky косит, вот, Smoky хорошие сборки. Ничем не хуже, чем от Флибустера сборки. Флибустер уже перестал, сейчас под его именем тоже кто-то что-то выпускает, но Флибустер это... У него были хорошие сборки, когда он делал их сам, а сейчас косит под его имя и делает не он эти сборки. И от Smoky, я всегда пользовался от Smoky, они тоже хорошие, все хорошо работает, но я тут половину уже отключил. Можно посмотреть, но у меня тут как-то браузеры всякие, то память, ну, память сейчас, потому что открыты вкладки браузера, из-за этого используется еще и в кэше, еще компьютер не перезагружал сутки, поэтому уже 5-8 гигов, 5,5, почти 6 гигов уже накопилось. А так где-то используют гига 2,
плюс-минус. Но сами понимаете, на улице 24-й год. И в принципе все отлично, все работает, все открывается, все хорошо. Идет вся сборка нормально, шустренько, можно настроить, подключать все не нужно. Как устанавливать винду, я это рассказывать не буду. У меня есть там на бусте ниже ролики. Вы сможете посмотреть и посмотреть, как оно устанавливается. Ничего сложного нету. Напомню, что Windows от Smoky только устанавливается только из-под BIOS. Нельзя взять и установить из-под Windows. Только из-под BIOS. Как я и сказал, я залью на бусте эту сборку. Что из нового? Тут обновление по декабрь 7 числа. Там все обновления обнова прилетают. Можно обновляться, все хорошо. Также это новая версия 23H2 уже. Можно тут будет Copilot у вас вблизи. Все это можно все удалить, если он не нужен. Если не нужен, то меняйте VPN, подключаетесь и пользуйтесь. Это другая история. Можете записать флешку через Rufus, через Vintox. Если кто, если шарик, знает. Вот. Все это я скину, залью на Boosty. Хотел поделиться вам с вами вот сборкой от Smoky Windows 11 23H2. Это уже самая свежая версия. Была раньше 22H2, что у 10, что у 11, сейчас 23H2. Пока Windows 10 и нет 23H2 от Smoky, потому что он что-то тоже забивает болт, и что-то он стал очень редко выпускать эти свои сборки. Но если будет, то я залью. Я залью также на Boosty. Но пока я залью на Boosty 11 винду, кому интересно, скачивайте, на свежее, все хорошо работает, никого не слушайте, потому что многие хейтят того же Smoky, то, что там у него какие-то вирусы. Естественно, я столько раз говорил, что программа будет ругаться, антивирусы будут ругаться, потому что у него там стоит встроенные активаторы, в образе стоят активаторы, из-за этого будут съедать. Поэтому, когда вы записываете винду на флешку от Smoky, да и вообще любую винду, вы отключаете свой антивирус, свой защитник, тогда все запишется, все хорошо. Вот, никаких вирусов нет, я проверял, никаких майнеров сборки тоже нету. Могу рекомендовать эту сборку. Это не реклама, мне не заплатили. Smoky, я повторюсь, не знаю лично, но пользуюсь на протяжении всего времени его сборками. Почему мне не нравится? Потому что они почти как оригинальные чистые сборки. Это не говно сборки, которые там хейтят его и говорят, что у него какие-то говно сборки. Но если вам не нравится, то скачивайте свежие образы, которые с лицензионного сайта, я не знаю, и ставьте. А Smoky я могу рекомендовать, я, как повторюсь, пользуюсь со школы. Со школы пользуюсь его сборками. И никогда у меня претензий, никаких вопросов не было. Это все, о чем я хотел сказать. Если у вас возникнут какие-то вопросы по установке или что-то, то там становится все просто. И можно посмотреть на YouTube ролик, как установить Windows 10, 11. Там это все почти одинаково. Нет разницы, как 10, как 11 установить. Это все похоже устанавливается. Можете посмотреть на YouTube, можете на Boosty посмотреть, как устанавливается, что отключать, что не отключать, нужно, не нужно службы. Можете это все посмотреть и настроить. И очень просто отключается защитник. Если вам на время не нужно, вы можете прямо здесь выключить, писать, выключить защитник, и он отключится. Но еще хотел сказать моментик, что будет моментик, у вас, допустим, будет, ну сейчас я уже поставил, и у вас будет, сразу хочу сказать, у вас будет текстовый документ, допустим, на английском языке. Нет, русификация, локализация русского уже сразу есть, но будет такой косяк, что у вас будет, если вы, ну, текстовый документ, у вас будет по-русски, по английскому языку написано, на английском языке. И также будет, допустим, фотографии. Давайте откроем какую-нибудь картинку, вот эту вот. Также у вас здесь тоже будут параметры, все вот это вот на английском языке. Как поставить русский язык, это все просто. Заходите в магазин Microsoft Store. Сразу вам гайд скажу на будущее, а то вы скажете, что, почему все на английском языке. Заходите в Microsoft Store, пишите там, как он называется, WordPad или текстовый документ. Ну, надо по-английски написать, по-моему, WordPad. Вбиваете по-английски WordPad, текстовый документ, да, у меня он уже на русском, потому что документ, блин, где я неправильно написал, так... Текстовый документ. Вот он установлен, Windows Notepad. Windows Notepad. И у вас, да, тут также будет обновить. Обновляете его, и все, он становится автоматически на русском языке. И также с фотографиями. Приложение, если фотографии пользуетесь, вбиваете фото по-английски. Вот они фотографии, тут у вас будут по-английски. Также нажимаете здесь, открываете, и тут будет тоже обновить. Обновляете, и все сразу становится на русском языке. И также в контекстном меню потом, допустим, создать, будет уже на русском языке. И изначально будет написано на английском языке, на языке именно текстовый документ и так далее. Вот. Что еще хотел добавить? А, хочу еще протестить. Тестил до этого сборку от Spectre. Там полностью на английском языке. Там можно добавить русскую локализацию. Я пока тестил, но я тестил не полностью лайт-версию, а тестил там фулл-версию. Сам все отключал. Но пока мне она не понравилась. Даже если взять от FreeBooster сборки, которые компактные,
маленькие. И даже если взять от смоки полноценную сборку, самому все отключить, то почему-то даже взять, если тут подрубить стрим в OBS, почему-то или запись в OBS, допустим, на 11 винде от смоки или от флибустера грузит процессор меньше. Ну, хотя я стримлю через видеокарту, но почему-то процессор грузится там в 15 долбится процентов. А я не хейчу, я говорю как есть. А от спектра, если я запускаю стрим, ту же игру, там, Farlight или какой-нибудь CS, то уже почему-то от спектра грузится процессор в 20%. Почему-то сильно жрет процессор, я не знаю. Хотя и написано, что там всего память оперативно занимает 1.5 гигабайта, да. И кто говорит, то, что там от спектра Windows занимает там 5 гигабайт, то этого не может быть. Это занимает установщик на флеш 5 гигабайт или 4, а сама винда не может весить на диске 5 гигабайт. Она должна быть полностью фулл урезана, чтобы она занимала 5 гигабайт. Меньше 10 килограмм она не может вешать, это все бред. Ну, возможно, там, которая полностью все отключенная, но я не знаю, игра, что она подходит для стримов и игр. Но я еще раз протещу ее, и потом точно уже сдам свой вердикт, пока и так. Только так. Я еще качал там не свежий релиз, это должно было 2 месяца назад, потом забил. Хотел рассказать про нее, потом расскажу. А так что, если кому-то нужна Windows 11 именно от Smoky, welcome на Boosty, я залью. Еще какие-нибудь, если у меня будет как хороший сбор, которыми я тещу, я их тоже залью. Пока все проверяется, я просто такой человек, я не могу дать говно, сам его не проверив и сказать, что все хорошо, все отлично, чтобы люди скачивали. Надо все потестить, так же, как и с вейпами, погонять, посмотреть, как все работает, а потом уже кидать в массы. Вот. С уверенностью 100% от смоки, даже эта сборка, я могу заявить, что тут все хорошо работает, никаких глюков. Даже если какие-то недочеты, то это уже самой винды 11, а не от смоки. И также, кто говорит, что винда 11 параша, я бы так не сказал. 11 винда нормальная, в принципе, также относились с хейтом к десятке. Можно ставить 11 винду уже. Она не сильно сырая, но если кому-то не нравится вот это все оформление, вот весь дизайн, то можете пока еще оставаться на десятке. Но даже где-то в каких-то тестах я бы сказал, что 11 превосходит десяточку. Десяточку где-то даже показывает себя лучше в тех же играх и на тех же стримах. Я бы не сказал, что там, да, вы поставите 11, у вас будет производительность выше в играх. Нет, все же зависит от вашего железа, от вашего компьютера. Но 11 где-то в чем-то работает, показывает себя лучше, чем 10. 10 уже устаревает, 11 винда, вот. Так что ставьте, смотрите, тренируйтесь. Если есть возможность, ставьте 2 винды, 10, 11, и привыкайте к 11, потому что 10 скоро тоже уйдет на покой. А с вами, как всегда, был ваш Каспер. Честь имею. Пока-пока.